А в городской администрации сегодня состоялось первое в этом году расширенное заседание Координационного совета по делам инвалидов. Одна из главных тем повестки дня – организация доступной среды для маломобильных групп населения. Так, только за 2012 год на эти цели из городского бюджета было выделено свыше 7,5 миллионов рублей. На эти деньги удалось отремонтировать около 1,5 километра тротуаров, переоборудовать подходы к пешеходным переходам, установить пешеходные ограждения, а также на 3 перекрестках установить новые светофоры со звуковыми сигналами для слабовидящих горожан. В дальнейшем мы не забываем регулярно в любой ведомости объемов работ, в любом производстве работ учитывать все сложности движения маломобильных групп. Вот. Поэтому работа не прекращается, ведется в этом направлении постоянно.